Немножко про ремонт аккумуляторов. Принесли пакетный аккумулятор. Что-то в нем не работало. Просто не работало и все. Стали разбираться, разобрали полностью, весь разобрали. Прозвонили БМС, прозвонили все эти батарейки, все разъемы, все. Проблема была в разъеме. То есть внутри, эта вот внутренняя часть, которая была под термоусадкой, отгорел контакт. Сейчас я его открою. То есть вот эта вот одна часть. Тут вторая часть. Здесь вот так вот это все выглядит похабно, ничего не заизолировано. Соответственно, один из контактов отвалился, коротнуло. Все это выгорело полностью. И на зарядке, и на аккумуляторе. Значит, нашли причину. Все остальное проверили, что все остальное работает. Я подпаиваю разъем XT60. Вот так вот это выглядит. Заизолировал. Все подсоединил, подключал. И у меня разъем выгорает с хлопком. Я думаю, что такое? Опять все прозваниваю, опять все проверяю. И оказывается, что просто цветовая маркировка проводов не совпадает. То есть китайцы взяли и почему-то красный провод припаяли на минус. Хотя, ну, все китайцы, и не только китайцы, все паяют обязательно красный на плюс. Ну ладно, в общем, этот контакт, он не очень удобный, он очень маленький. Его вставлять, вынимать каждый день, да, чтобы заряжать электровелосипед, не очень удобно. Взяли вот такой вот спикеркон. Удобный разъемчик. Он полностью там и с этой стороны он закрыт. И с этой стороны он закрыт. То есть тут никак ни пальцем, ничем не попадешь, ничего не загородит. Вот, это все вот так вот немножечко похабно получилось. Потому что термоусадка дает очень большое сжатие, и вот так ее плющит. Ну и внутри все тоже, опять же, клеем жидким залито. Удобно. Ну вот, ремонт обошелся, да, в разъем. Несколько видов термоусадки. И большая вот такая здоровая. И там много-много видов тонкой термоусадки. Скотч, припой, термоклей. Тут ушла полпачки примерно. Все это разобрать, собрать. В общем, 2 дня я с ним промучился. Вот такой вот по времени результат. Чтобы просто заменить один разъем. И вот когда в следующий раз будете покупать, вот имейте в виду, что вот это вот все лучше сразу открывать, сразу проверять. Как это все выглядит, насколько быстро это все сгорит и сломается. Потому что, когда вот так вот это коротит, может быть пожар очень серьезный.